Привет, друзья! Ну что, у нас сегодня суперский день. Hi, my friends. We have today very nice, very hot day. So we now for seaside. Мы у моря. Сани, как всегда, резвится. Ну, уже вот смотрю, девчонка пошла немножко купаться одна. Я так еще не решаюсь, но надеюсь, что немножко попозже, может быть, и полезу. Сейчас покажу побережье. Немножко сегодня больше людей. Сейчас Саня зовет. Да, так что пойдешь потом, может? Рискнешь? Давай, идем немножко. Давай поздоровайся всем, скажи привет. Привет. Все. Идем попробуем вместе вход. Ну, сколько тут всяких водорослей, не только. Ну-ка, давай. Нет, ты не сходи. Ну, я хочу немножко. Ну, такая теплая. Вчера было очень холодно, очень. Так похолодались. Сегодня утром мама позвонила, сказала, что приходят большие, типа очень горячие дни. Я приучила кота. А, у нас, да, кот живет. Мы покажем сегодня, хорошо? За окном не один даже, а двое. Втроем приходят кушать. Саня там молочка идет, все время дает. Сегодня обязательно покажу этих котов. Хорошо, возьму камеру. Обязательно этих котов покажу. Котов этих покажу сегодня. Обязательно. Да, давай покажем, когда вернемся, вместе пойдем. Хорошо. Я хочу, как он со мной играет. Молочка, колбаски дадим. Такие они очень симпотненькие. Одна вообще такая красивенькая, малюсенькая, но она очень боится людей. Что-то, наверное, испугались. Их двое, да, но они как братик с сестрой, я даже не знаю. Я говорю игра! Саня к папе побежала, папа пошел купаться, я не знаю. Наверное, холодновато немножко. Сейчас наберет воды, пойдет меня брызгать с этой водой холодной. Я уже знаю, что тут будет. Это так классно. Сейчас я куда-нибудь сюда лягу. Такая тут очень классная. Сейчас. Вот так. Вот я была. С камерой. Муравьи только вот лазят по мне. Ну что, Саня переоделась. Я хочу что-то вам по поводу написать. Ну, сказать. Сперва скажи спасибо, кто написал нам, как зовут это растение, как называется. Мать и...
И Мотина. Ну, мать и Мотина. Нет, и мой. И тетя. Нет. Вы, но... кто-то написал в комментариях, только я не нашла, там не было вашего ни имени, ничего. Так вы правильно написали. Кто написал ему привет? Да, привет и спасибо. А я хочу что-то сказать. Я вас хочу спросить. Давай. Или выходит, что я сделала себе пчелку? Ай, ну давай. Ну давай, покажись тогда без, как ты выглядишь. Вот. Распусти волосики, Саня. Саня хочет отрезать челку себе. Подержи, давайте, подержи. Ну давай. Вот моя челка, какая. Да. Вот. Да. Моя челка. Да. Вот моя челка. Да. Вот такая. А хотелось бы как? Такая. Вот так. Ну давайте, напишите нам в комментариях, как вы думаете, подошло бы Сане к челке или нет? Я очень бы хотела челку. Саня хочет челку. Челку-пчелку. А давай играть в прятки. Ну а как ты сыграешь в прятки со мной в камеры? Нет, так ты будешь искать. Ну давай, беги, потом... прячься. Давай шапочку один. А ты считай до 10. Давай. Ну вот сюда вот смотри. Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я пошла искать. Я смотрю и вижу, где эта наша девочка. Она спряталась в передевалочке. Тут у нас сидит и прячется. Ку-ку. Ну ты поспать. Теперь ты прячешься. Давай. Я считаю 10 лет. Не могу на 10 лет. 1, 2, 3, 4, 5. Я иду искать. Угу. Да. Ку-ку. Какой красивый воздушный змей. Я иду. Давай я теперь буду прятаться, пожалуйста. Ну иди прячься, Саня. Так ты не смотри. Ну давай. Ну так ты еще здесь. Пусть ты куда-нибудь залезешь. Ну мам, ну так отвернись. Ну давай. Держи. Очень много муравьев все время. Я прям. У нас еще бывает такое время, когда на такие прилетают большие, очень большие такие. Ой, куда она побежала? Это проказница. Сейчас я вам покажу. Смотрите, куда она убежала. И прячется там. Нашествие таких жуков бывает очень больших. Больших-больших. И все-все побережье насыпано. Они потом помирают, бедные. Вот так все-все побережье сыпает, насыпано прямо ими. И очень неприятно, потому что они другие еще живые, другие уже нет. Идешь и ножками вот так, когда с ними так встречается, это бывает очень так, не очень такой на ощупь приятно. Мачеха и мама, вот, я вспомнила. Спасибо вам за ответ, спасибо большое, что вы смотрите и слушаете нас. Потому что, вы знаете, я иногда думаю, что есть такие люди какие-то очень, которые наш канал, я прямо все время вытираю, там все эти комментарии, потому что там такой ужас бывает, какой-то ужас вообще. Даже не хочу вот при Сане это разговаривать об этом и вообще комментировать что-то. Да, слушай, ну ты проказница, куда ты там побежала, в кусты, когда куда-то я там с камерой за тобой бегать не буду по кустам, Саня. А я там увидела это, мышь. Чё? Мышь. Мышь? Да, есть мыши. Кирстука.
Помнишь, как мы одного спасли? Да. Кто-то яму большую такую сделал, и он, бедный, туда упал. Надо будет сегодня обязательно попробовать искупаться. Обязательно. А мне кажется, что эти твои плавки мокрые или нет? Нет. Погулять в море. Давай. Идем погуляем. Напишите. Или вы хотите, чтобы была у меня челка или нет? Ну обязательно, мы уже попросили. Напишите, как вы думаете, пойдет челка Сане или нет? Когда-то Саня была с челкой, но она была еще маленькой. Ей шла очень челка. Она теперь опять хочет ее. Я не знаю, столько лет растили, 2 или 3 года растили волоски. А теперь она опять хочет их постричь. Ну, может, и хорошо. Не жалко? Ну так значит будем делать. Когда вернемся с Паланги, поедем в парикмахерскую специальную и тебе пострижем челочку. Николь тоже сделала челку. Да? Да. Ну видишь. И Алиса. Да. Мелиса. Не Мелиса. Хорошенькая девочка, мама очень у нее прекрасная, мне нравится очень. Напишите, вы ее смотрите. Ну, я так надеюсь, что кто-то смотрит. Да, я вижу. Вороны сейчас, напали. Сейчас красный флаг. Ну да. Я видела. Красно-желтый, Саня. Значит, можно купаться. Ну, но не очень так. Не глубоко нельзя. Ну, волны, знаешь, там могут быть ямы, может тебя потом вот так вот волна вся, вот так вот, знаешь, в комочек и все. Я в комочек, я, смотри, как вот, какая страна так ходит? Ну, не знаю, кто? Литовцы. Да. Турки. Да. Я угадала, потому что они всегда очень счастливые, а это испанцы, от солнца все. Это кто так ходит? Кто? Саня ходит. Саня так ходит. Молодец, Саня. Да, как он так ходит? Ну что, Саня, я хочу немножко идти подзагорать. Кстати, у мамы день рождения! Проговорилась. Ну хорошо. Да. У меня сегодня день рождения. Да. Будем сегодня праздновать как-то. Хотя я не люблю свой день рождения. Я могу сказать, что мама не любит день рождения. Да, я не люблю свой день рождения. Я не знаю почему. Саня спрашивает меня мама, почему. Я не знаю. Я с самого детства ему как-то не очень. Мне не делали день рождения. Ну да, как-то не знаю даже почему. Вот это было классно. Ты знаешь, вот совсем смотри не на камеру, я не успела тебя и очень даже ничего сделала. А ты знаешь, Саня, а тебе через лето надо поработать вот над этими всеми твоими. Давай, учись. Все, я выключаю, ставим лайки, подписываемся, а ты давай иди тренируйся, потом я тебя еще сниму. Хорошо? Все, пока.